Здравствуйте, друзья! Иногда бывает такая ситуация, когда на неровной поверхности стола заточное устройство вместе с подиумом имеет некий шат. Например, вот как здесь. Для того, чтобы избежать этой неприятной ситуации, мы модернизировали подиум, установив на него две регулируемые ножки. Регулируемые ножки находятся в задней части подиума. Регулировка происходит без каких-либо инструментов. Очень удобный способ, потому что органы управления ножкой, если можно так выразиться, находятся в верхней части, сверху подиума. То есть просто мы вращаем ножку и устанавливаем таким образом подиум, чтобы избежать шата. Каким образом устроена эта ножка? Сейчас я одну из них выкручу и покажу. На резьбовой части ножки сделана проточка, в проточку установлено резиновое кольцо для того, чтобы ножка не болталась в резьбовом отверстии подиума, а находилась там с некоторым натягом для того, чтобы не происходила разрегулировка. Новая версия подиума будет иметь в названии букву М, то есть подиум М, для того, чтобы не было путаницы с предыдущей версией подиума. Новая версия подиума будет немножко дороже, чем предыдущая, и купить новую версию подиума можно уже сейчас, начиная с 1 июня. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем хороших выходных. Пока.